встретились две боевые подруги, которые получили высокое звание Героев Советского Союза за ликвидацию нацистского гауляйтера Вильгельма Краупа. Вы не верите, что скоро все наладится? Войны не может быть! Да через неделю все закончится! Упокой, Господи, души усопших рабов твоих. Вы не из Бреста? В городе нужны будут надежные люди. Что нужно делать? Обживаться на новом месте. Нам нужна информация, кто из местных сотрудничает с нацистами. Хочешь хорошая работа, не тяжелый и хорошая еда? Я работала официанткой в столовой для офицеров при НКВД. Весело или под немцем? А я работаю. Работаю просто так же, как и раньше. И вы так можете. Пожалуй, я возьму ее на работу к себе в дом. Устал, знаете ли, следить за своей челядью. Не сладко вам под немцем? Совсем сдушили? Да. Ничего. Знаете, иной раз даже такое чувство бывает, как будто ничего не изменилось. Это муж ваш? Раненый был. Помирал. Лекарства ему нужны были. Так я на немцев пошла работать. А то помер бы. А видишь, живой. Вот и думай, кто из нас его больше любит. На самом верху принято решение ликвидировать так называемого гауляйтера Беларуси. А может действовать через эту? Твою помазан. Враг должен быть уничтожен. Это кто такая есть, чтобы здесь командовать? Завтра все сделаешь. Ты хоть поняла, с кем ты связалась? С кем? С подавалкой немецкой? И дезертиром, который за юбку бабскую прячется? Да кто эти люди? Наши. Партизаны. А ты меня за что так ненавидишь? Ты падаль. Застрелишь. И глазом не моргну.